Давай. Добрый вечер, здравствуйте. Здорово. Первая тройка. Давай. В студию. Вот задание на первый тур. Ну, вращайте барабан. Это красивое растение на Руси назвали... Одолень трава? Красивое растение. Что за одолень трава? Сектор плюс на барабане. Можете открыть. Откройте. О, КК. КК. Вращайте, пожалуйста, барабан. Так, растение. К. К. Вообще пока не понимаю. К. Ко. 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 850. Или К. К. Ебаная, блядь. Откройте. Я обновил свою подписку. Когда только начали играть в киберпанк. Буква О. 800 очков. Буква. Такой буквы здесь нет. Блять. Вращайте, пожалуйста, барабан. 350 очков. О-о-о-о! Такой буквы здесь нет. И хорошо, что здесь ну, нет. Вращайте, барабан. Семьсот пятьдесят очков. Ой, неверно. Окей. Давай. Только, пожалуйста, не банкрот. Отлично. Пусть очков. Будет буква... Буква Н. От, молодец. Откройте нам букву Н. НК. Будете барабан вращать? Нет, я пососу леденец. Асу. Канакаки. Л? Да, блядь. Нет? Бля, я вообще тогда не знаю. Давайте, давайте. Да я не знаю, блядь. 350 очков. Ой, откройте ку. Назовете слово целиком? Да надо. Надо. Давайте, давайте. Тут есть буква В. Если да, я знаю слово. Я его слышу впервые в жизни. Но неужели... Билли Джин насрал... Правильно? Билли Джин. Нет? Куда вот он насрал? Это оно? Серьезно? Кувшинка, блядь. Ну, конечно! Что это за растение? Что это вообще, блядь, такое? Откройте чат. Пиздец, кувшинка. Я вообще ни разу об этом нигде не слышал и не видел это говно. Финал. Хорошо. Я хуев. Реально, что 10, блядь. Вот задание на финальный тур. Ну, вращайте барабан. В старой русской деревне небольшой узкий участок... Какой земли? На. Ну, и чё? Ну, давай покрутим барабан. 700 очков. Буква... А! Просто замечательно. Откройте нам букву А. Ёба. Вращайте барабан. Это мне ни о чем не говорит. Буква в конце слова. А. Узкий участок.
Пробка. 350 очков. Буква П. Откройте. Подожди, блин. Ну, вращайте барабан. Давайте, давайте. Ха! А, нет, блядь, ну. Шо, а подходит? Реально подходит? А чё не пробка-то, а? А чё? Попка, что ли? А, нет, тут же одна П. П, А. Пи. Дай тебе барабан крутану. Ваши очки умножаются на 2. Нахуй, сектор нахуй. Можете назвать букву. Мне твои эти очки, которые умножаются на 2, нахуй не нужны. Н. Пожалуйста, пожалуйста. Иди это, старый, блядь, гуляй, нахуй. Барабан. И семки юзай. В усатая жопа. О-о-о! Вы все равно банкрот. Лох. А, ты намекаешь, да, буква Б? Буква Б, да? 750 очков. Такой буквы нет. Вращайте, пожалуйста, барабан. Старина! Себе... А, нахуй. А, окей. Давайте. Быдло ты ебаная, бля. Кувшинки — это же те самые зеленые листочки, которые лежат на болотной воде в Майнкрафте. Я что, знаю, как они называются, что ли? Я знаю, что есть такие листочки, а как они называются, я без понятия. Подболотники какие-нибудь, надболотники, болотное растение. Ну никак не кувшинчики. Может быть, пушка. Я там, кстати, был. Бля, я не знаю, что это за слово. Узкий участок земли. П. А. Буква Р. Сука! Похуй, крутим. 400 очков. Буква... Или Д, или С. Или С, или Д. Или С, или Д. Или Д, или С. Yes. О, а что именно? Так, сейчас вот теперь должен понять, что именно. Пусть будет... Да! Я поражен. Такой буквы нет. ДЭП, блядь! Ну, вращайте барабан. 350 очков. Ай, такой буквы нет. Да ты чё, вращайте барабан. А вообще буквы есть еще, нет? Может это просто па? 600 очков. Буква. Господи, такой буквы нет. Вращайте, пожалуйста, барабан. 750 очков. Откройте нам! Что, будете крутить? Звусики твои буду давайте, крутить. Давайте. Да понятное дело, что тут О, потому что других букв здесь уже подходящих-то и нет. Остается только О. По. Порка.
Ой, пор, блядь. По... Блядь! Ну что там эта буква С делает? Почта! Буква С там не должно быть. Семьсот пятьдесят очков. Замечательно. Откройте букву О. О! Назовете слово целиком? Тут две О. Да. Давайте, давайте. Полоса? Точно! А! Нихуя! Чё за бред? И перед нами победитель! А передо мной долбоёб! Старый. В эфире Капитал Шоу Поле Чудес. Да, да, я. Супер игра. Вот слово, которое вы должны отгадать обязательно. Вот задание на супер игру. Я разрешаю вам открыть любые пять. Чего? С каким плодом связано начало Троянской войны? Причем тут плод? Какая еще Троянская война? Вирусы, что ли, на компьютере? Окей, буква Т, буква... Быдло ты ебаная, бля! Хесус, поаккуратней на стрим хате, а то сделаешь Даше подарочек в виде ребеночка О, господи, блядь. Я так понимаю, ты тоже был подарочком для мамы, когда она узнала, что беременна. Это заметно. Ха! Ха! Такой неожиданный подарок, который никто не ждал. Ой! Да ладно! Я... Шучу. Ой. Так. Откройте, пожалуйста, буквы, если они есть. Минута пошла. Пошел ты, блядь. Ой, ну и говно. Ого. Что у меня? А! Ебать! Вы выиграли супер игру! Это я! И аплодисменты вам! Я, да. Пам-парам-пам! Пам-пам! Так, а кто у нас следующий герой новый сейчас будет? Там-тарам-там. И получаю... Что? Xiaomi! Вау! Так, а новый герой кто? Я! Чё, блядь? Окей, как его зовут? Эбэма, блядь. Эбэма. Демократ! Презервативы. Умник, спасибо за 350 рублей. Да не переживай, я аккуратный. Так. Чё, ребят, за Абэму сыграем теперь. Ну да. Так. Опять жрать начинаю хотеть. Да что ж ты будешь делать, а? Что ж такое, а? Что ты, сука?
Обнови другую. Быдло ты ебаная, бля. Заебали шиперхи. Ой. Всякие. Это тупо неуважение к стримеру, когда какие-то ебланы донатят и такие хисус, осторожно, не выбегаечку и чатку КСТ. Ну, слушай, я тебе что могу сказать? Ну, у людей мозгов ноль. А сколько у меня денег? Пиздец, и денег у меня ноль. Охуеть, ремонт. А чё так дорого-то, блядь? Чё? За вонючее окно 20 косарей? Стул 3800, пиздец. Алё, блядь, в Икее надо закупаться, там всё по рублю можно взять. Вообще, что ли, ёбнутые? Пиздец, мне не хватает. Яхуй. Ковёр 11 тысяч. Пиздец. Да, обновил. Да и комната на самом деле говно. То есть я всё обновил уже, всё равно выглядит как какая-то советская залупа. Реально. Призы распакуй. А, блядь. А чё нельзя? А где призы? Почему исчезло-то, блядь? А, во. Чё? Чё, блядь, ещё шкаф для этого надо купить? Вы чё, охуели? Сука! Я охуею. Да ну нахер, блядь! Чтобы ещё приз поставить, надо ж стол новый купить. Бля, аж харкнул. Пиздец. Я не знаю, это что, игра от Ubisoft? Почему так много доната требуется? Дайте мне возможность, я реально задоначу и куплю себе всё. Ладно, АБМ, давай. Добрый вечер. Первая тройка. Студию. Ля, какой. А вот задание на первый тур. Прощайте, барабан. Это слово в переводе с греческого обозначает бродяга-странник. Греческий. Я ни одного... 350 Хотя ладно, может быть, знаю, я просто... Я не знаю, что такое греческий язык. От слова гречка, что ли? А! О-хо! Откройте нам букву А! О-о-о! Прощайте, барабан! Так, теперь буква Б, по-любому. 100%. Ой, блядь. Сектор приз. Вы какую шкатулку выбираете? Есть! Ну, да! Радуется! Буква... П! Откройте букву П! Ничего себе! Ничего себе! Будете вращать барабан, назовете слово сразу. Планета, что ли? Давайте, давайте. Да ладно. Это как вообще? Я разумист! Ста, реально. У меня просто вак встроенный в голову. Реально. Ну видите, не везет в кейсах, везет в поле чудес, понимаете, да? Карма. Вот я там обосрался жестко, зато здесь теперь повезло. Я теперь так каждый раз буду делать, если какое-то дело в моей жизни там, ну, намечается, там, я не знаю, получение американской визы через 2 года. Я перед тем, как идти визу получать, зайду в CSGO, пооткрываю кейсы, мне там не повезет, потом пойду за визой, мне дадут ее навечно. Да-да! Так, высокая платформа, на которой возводились античные храмы. 750 очков. Буква Д. Ну вот, откройте букву Д. Крутите барабан. Не, серьезно? Че за херня вообще происходит? Пипец. Реально. Буква Д. А я вообще даже не думал об этой букве.
Так, минуточку. Мянуточку. Мянуточку. Буква. Ну, наверное, буква. Буква. Четыреста очков. Буква. О-о-о-о! Такой буквы. Блять. Ну, вращайте барабан. Восемьсот пятьдесят очков. Буква. Буква. Ой. Откройте букву. Ах ты с... Ну, вращайте барабан. Од. Под. Буква П. 750 очков. Откройте букву. Подиум, сука, тварь, блядь. Иди нахуй. Иди нахуй. Иди нахуй. Молодец. Нет, неверно. Давай, чел, всри. Будете вращать барабан, называйте слово сразу. Давай, давай, всри, 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 всри. Ой, такой буквы здесь нет. Что, будете крутить? Лохи, блядь, тебя я буду крутить. Вот так вот. Давайте, давайте. По-ди-ум. Ум! Вот здесь. Вот здесь. Ну, конечно! Да-да. И перед нами победитель! Я! Я! Легчайше! В эфире супер игра! О, уже супер игра? Блять, я даже вот не заметил, как... Вы должны отгадать. Ладно. Обязательно. Вот задание на суперигру. Я разрешаю вам открыть любые пять. Что, раньше называли мозговницей? Меня? Чё, блять? Буква П... И, Д, не, херня, буква Р, буква О, Н, не. Буква... Буква В, буква Е, буква И, буква С. Буква... Р. Буква Т. У. Да в пизду! Откройте, пожалуйста, буквы, если они есть. Минута пошла. А может, ты пойдешь? В. 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 Да я не знаю, блядь. Вообще, вот сейчас все, тут уже. Вот тут уже все. Да ладно! Вот! И вы абсолютно правы! Ебать, что с тобой? Аж Якубович глючит начал. What the fuck? Эти аплодисменты вам. Мне? Охуеть. Что со мной происходит, ребят? Что со мной происходит? Голова это я. Быдло, ты ебаная. Не, я не быдло. Чекни-ка же мой прошлый донат. А то уже минус 300 получается. Ладно, давай, Гагатун. ХЗ что-то прошлый донат не показала, повторюсь. За слово... Ага.
Мне дали перматч. Модры уже во всем видят запрет. Подчу. А, здесь дали перматч? У меня в чате. Гагатун. Может, тебе дали перматч за то, что ты не настоящий гагатун? О, посудомойку выиграл. О! Ладно, не буду ничего говорить. Асу. Плюс секс. Так, а сейчас кто... Блять, ну вы чё, издеваетесь, что ли? Чё, блять? Ладно, давайте ластецкую. Ластецкую. Добрый я. Первая тройка в студию. А вот задание на первый тур. Так, эта вещь придает имиджу мужчины деловую окраску. Башня? Штаны давай, с давай. Черепом. Блять, я что, знаю, что ли? Барсетка, нахуй. Ой, басетка. Чё, блять? Да, блядь, га-га-га. В смысле? Реально? Точно! What the fuck, я молодой тупак. Ну просто это же очевидно. А что еще может быть у него? В эфире пиздец, капитал шоу пиздец. В эфире гений. Я. Yeah. Вот задание на финальный тур. Давай сразу слово. Крутить барабан. Склоны к употреблению одних и тех же фраз чаще, чем хотелось бы. Чего, блядь? Склоны к употреблению одних и тех же фраз чаще, чем хотелось бы. Чего? А вопрос-то в чем заключается? К употреблению одних и тех же фраз чаще, чем... Чё? Чичо, чинчан, чинчон, блядь. Я вопрос не понял. И что, ну, да? 400 очков. Буква Д, да? Откройте нам букву А. Да. А. Вращайте, пожалуйста, барабан. Ну, типа, да, склонны. И. Угу. Типа, болезнь, что ли, какая-то? Или что это? 750 очков. Буква Н. Просто замечательно. Быдло, такой буквы ебаная, нет. Блядь. Ебать, ну, вращайте, барабан. Да, я. Спасибо, умник, за 120 рублей. Магу? 350 очков. Угу. Нет, неверно. Вращайте, барабан. Восемьсот очков. Буква. Такой буквы нет. Вращайте, пожалуйста, барабан. Ой, бля. Давай попробуем. Повращаем барабан. 600 очков. Буква. У. Я поражен. Откройте букву У. Вращайте, пожалуйста. У, А. Наверное, тут буква Т должна быть. Или К. 350 очков. Ой, неверно. Блять. Ну, вращайте барабан. Восемьсот пятьдесят очков, буква. Откройте букву О. Будете барабан вращать? Ну, я проебал, да? Будете барабан вращать? Оуа, оуа. Оуа. Ко. 600 очков. Ко. Такой буквы здесь нет. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. Давайте, давайте.
Да сука! Йоу! Йоу! Во! А, да? Полу. Я не ябу. У вас ноль. Будете крутить барабан? Четыреста пятьдесят. Замечательно. Такой буквы здесь нет. Будете барабан вращать? 600 очков. Буква! Что? Такой буквы нет. О, нормально. Барабан? Да-д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 а, только по... Да ты заебала! Старое чудовище! Сука! Барабан, надавайте слово сразу. Он душит, 450. Он просто берет и душит, блядь. Вы же видите, он душит! Вы слышите это? Такой буквы здесь нет. Иди нахуй с этим буквами, блядь, козлина. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. Да, я слово назову. 500 очков. Конч! Господи, нет, неверно. Будете вращать барабан, назовите слово. Это тебе в носик. Ты давай, блядь, ты только... Отлично. 350 очков. Буква П. Другое дело совершенно. Откройте букву П. По. А! Попу. Вращать барабан, дать слово сразу. Попу. Что попу, блядь? Давайте. Попу. Попу. А! Попугай, блядь. И вы абсолютно правы. Сука. И перед нами реально. Победитель. Попу мыть. Попу мыть надо каждый день. Попу дай. В эфире. Супер игра. Вот слово. Я хуею. Нет, я в ахуе просто. Вот задание на супер игру. Я разрешаю вам открыть любые 5. В нем любят бывать зрители, но не любят борцы. Бля, я помню, этот вопрос уже был. Чатик. Ну, борцы явно не сидят на Твиче в чате. Как же это называлось-то, блин, а? Блядь, как же это называлось-то, а? Я помню, это было. Бля. Ща, подождите, я вспоминаю. Я что-то там та-та-та-та-та-та, блядь. Ра-та-та-та-та. Как-то, как же это называлось-то, а? Та! Та-та-та-та. Та. Ну, сука, там еще зрители находятся вроде. Ну, та! Откройте, пожалуйста, буквы, если они есть. Ха-ха! Блядь! Минута пошла.
Артур? Может, у Франции? Артер? Бля. А может, это Партир? А может, это Партир? Или Партир? Или... А, это Партир! И вы абсолютно правы! Да, да, я... Вы выиграли супер игру! Эти аплодисменты вам! Пиздец, сегодня, конечно, я вообще прям в ударе, если честно. Пам-парам-пам! Пам-парам! Вы выиграли супер игру, и в качестве супер приза вы получаете... Подожди. Ноутбук, прикиньте. А он игровой, нет? Go Ultra Last. Но мне все равно еще Майнкрафт загружать, поэтому да, видимо, придется. Пока грузится Майнкрафт. На этом мы прощаемся с вами. Так, а что у нас? Кто новый персонаж? Я! А, она последняя была. Или что, блядь? А что, все что ли? Их больше не будет? Да. Еще три. Где? Их тут нет. Видите, дальше нет. Там еще три было. Ну здесь-то их нет. Обычно показывают, что здесь пусто, а сейчас здесь нет их. Да, понятно. Ну, видимо, это какие-то секретные, я не знаю. Обидно. Получается, мы прошли поле чудес. Ну да. Так, подарочки. Ой, блядь, лагает. Ля, какой. Какая, точнее, кухня в итоге. Обновка. Ну, все получается. Хорошая концовка, кстати, получилась. А, так, ладно, поехали. Добрый вечер. Первая тройка. Студию. Вот задание на первый тур. Вращайте, пожалуйста, барабан. В старину они назывались перста. Короче, ну вы поняли. 600 очков. Буква. Откройте нам букву. Подожди. Ну, вращайте барабан. Я не знаю. О! Все ваши очки умножаются на 2. Все открой. Вращайте, пожалуйста, барабан. Пусть будет буква R. Буква. Откройте нам букву R. Да ты чё? Я знаю слово. Перчатки. Две шкатулки в студию. Перчатки, ребят, я. Правую, какую? А давай, а давайте, ребят, опять голосование устроим. Ну, перчатки же, откройте чат уже, блядь. Давайте голосование сделаем. Левое или правое? Давайте. Поехали. Ебать ты нахуй. Ебать я, да. Это я.
Первая, вторая. Голосование! Вон, левое или правое? Давайте, голосуйте. За что голосуете? За кого? За левую или правую? Вы кто, левый или правый? Да вы заебали, что началось опять? Сука. Я понял, вы хотите быть средними. Угу. Угу. Ну, мы будем смотреть на цифры, понимаете, на цифры, не на проценты. Там, где будет побольше цифр, то мы и выберем. Да-да. Да не получится у вас ровно сделать, даже не пытайтесь. Да не получится у вас ничего. Да не получится у вас, ну. О-о-о-о. Ну, в итоге левая. К сожалению, не угадали. Мда, чат, мда, блять, мда. Перчатки. Давайте, давайте. А, блядь. В эфире капитан... Кто-кто? Финал. Прошу. Вот задание на финальный тур. Вращайте. Название право. Какой страны происходит от молочного животного? Чего, блядь? Молочное животное... Швеция. 350 очков. Буква К. Такой буквы здесь нет. О, блин. Прощайте, барабан. А вы все равно банкрот. Алло. Крутите барабан. Мне хотя бы пару букв, чтобы... Ну, примерно понимать, что это может быть за... 600 очков. Страна. Буква! Откройте нам букву А. Ра! А, нет. Вращайте барабан. Чего, блядь? 500 очков, буква. Другое дело совершенно. Откройте букву Л. Вращайте барабан. Ты чё, сука, а? 350 очков. Откройте букву И. Ты чё, родился там, что ли, козёл, блин? Будете вращать барабан, да? Стоять! Пиздец, абсолютно, блядь. Точно! И перед нами победитель! Долбоёб перед нами стоит, конченый просто, блядь. Италия, что? На этом мы... Я хуею, блядь. Кунч. Ну какого черта, а?